Россия живет по неписанному закону, закону насилия, закону силы. У кого есть сила, тот и прав. Все эти разговоры про ценности, которые мы слышим от пропаганды, это чушь. Потому что если завтра для власти нужно будет, чтобы остаться им в Кремле, принять совершенно другие ценности, например, не знаю, ислам, они моментально в два счета все и в Думе, и в сенаторы все, и все чиновники по всей России моментально примут ислам. Если послезавтра нужно будет вдруг выучить китайский и стать китайцами, они все моментально выучат китайский. Понимаете, вот вся их ценность — это только остаться у власти и быть ближе к власти. Вот и все.